Так это до сих пор четвертая часть. Просто, как вам сказать, это та была первая часть, а это часть номер два. Так. Мне позвонили. Поэтому я разделю серию на две части все-таки. А вот при вас я нашел железо. Да, это железо. Так, что-то золотом оно прям так долго добывается. Я не знаю, почему это. Может, оно... Что-то я не хочу рисковать, но ладно. Кажется, оно сейчас не... О! Да. Неплохие дела, но плохие. Так, почему все так долго? Да, я так и думал. Пойдемте лучше сделаем каменную кирку. Хотя у меня есть железная. Я что-то туплю сегодня, извините меня за это. Так. Добыли. Так. Еще железо. Ну, здесь прямо вообще. Ладно, все закончилось. Так, давайте. Закроем. Так, получается вот так. И так. А, нет, я все равно. Ну, сейчас. Запилим. О, нет. Я уже лишние куски камня ломаю. Так сказать, добываю. Так, вот это надо закрыть. Вот это так. И так. Все. Так. Очень долго. Я, конечно, понимаю, вам на видео ничего не видно. Сейчас я поставлю факел, если он у меня есть. Да, 38 штук. Я запасался ими. Наверное, давайте даже здесь поставим их лучше, чем вот здесь. И здесь поставим факелы. Так. Ну что ж, я думаю, ночь почти закончилась. Почти, но не почти. Так. Когда ночь закончится, я вынужден закончить эту серию. Ну, почему? Я не знаю даже. Наверное. Хоть сегодня и суббота, но у меня как такового нету желания снимать летсплей именно по Майнкрафту. Ну, может быть, я буду снимать, может, это я сейчас так говорю. Так, уже утро. Итак, на этом я хочу закончить серию 4, часть 2. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Всем до свидания.